Добрый день, дорогие коллеги. Мы начинаем эфир передачи. Игорь Завьялов, торгуем по системе. И наш коллега из города Санкт-Петербурга, трейдер Игорь Завьялов, уже с нами. Игорь, приветствуем вас. Здравствуйте, здравствуйте, Игорь, здравствуйте, коллеги. А как дела в Санкт-Петербурге? Ездите ли вы пока еще без QR-кода? В Санкт-Петербурге пекло. Это первое. На улице находиться невозможно, а в помещении только с кондиционером. Вот такое замечательное лето. Ну, побольше приходится бывать за экраном монитора. QR-коды, конечно, для меня это что-то невообразимое. Не езжу ни с QR-кодами, не собираюсь его получать. И, может быть, непопулярное мнение, но, честно говоря, не очень во все это верю, в то, что происходит. То есть вот это некая истерия нагнетаемая, как вы правильно только что выше сказали, о том, что с одной стороны вводят QR-коды, а с другой стороны отправляют людей за границу. Очень странно, очень странно. Поэтому как бы, вот так и живем. Да, не говорите. Ну что, Игорь, что у нас на рынке интересного, как зарабатываем деньги? Игорь, честно говоря, интересного очень мало на рынке. С момента предыдущего какого-то нашего здесь свидания, в кавычках, не особо что изменилось. Констатировать можно факты исполнения целей по активам, которые декламировались ранее. А новых каких-то идей глобальных, ну, я попробую, конечно, показать, но пока еще активы находятся не в целевых зонах, скажем так. Я понял вас. Давайте посмотрим, куда движутся, на что можно смотреть, чего ожидать в ближайшее время. Коллеги, если вас интересуют какие-то отдельные инструменты, можно в чате писать. Да, пожалуйста, по отдельным инструментам можно посмотреть. S&P 500 и боковик. То есть я предполагал, конечно, выход и снижение из какого-то длительного бокового движения, но тем не менее на данный момент с большей вероятностью предполагаю, что все-таки здесь была трехволновая структура с сложным выходом за границы канала. Что будет дальше, большой вопрос. Ну, зоны выше, они обозначены были ранее, пока мы еще их не достигли. Достигли мы, ну, с большей вероятностью, наверное, да. Потому как пока нет никакого внешнего триггера. Понятно, что он появляется всегда спонтанно, но, тем не менее, движение к ранее обозначенным целям вполне возможно на достижение каких-то уровней выше. Что касается нашего рынка, наверное, все устали слушать, а я уже устал повторять, цели выполнены. На мой взгляд, опять же, цели выполнены, за исключением единственное, вот здесь достаточно сложно определить окончание первоначального импульса. В случае, если я его определил, как здесь, верно, то вполне возможно достижение значений в районе 4000 плюс, минус по индексу ММВБ, я имею в виду выше. То есть, если построить канал этот верно, так как он сейчас на текущий момент построен, то движение к верхней границе канала вполне может быть. Но, на мой взгляд, с равной долей вероятности мы можем развернуться из текущих, потому как, опять же, целевая зона для меня достигнута. Это зона окончания импульсного движения. Частенько она совпадает действительно с окончанием предполагаемой пока пятой волны. Ну и, опять же, повторюсь, наверное, для многих, что движение на какие-либо ретесты, возможно, с ложным пробоем нижней границы канала, пока я говорю очень осторожно именно так, потому что сам-то я жду, конечно, вот этого, но на текущий момент, опять же, повторюсь, предпосылок нет. Косвенно об этом свидетельствуют песни про коронавирус, которые опять завели. Но будет ли повторение марта прошлого года, пока большой вопрос. Да и вообще, что будет, большой вопрос. Так, что касается доллара, нет, это RTSI. RTSI, индекс RTS, опять же, все то же самое. Это месячный график, не вижу смысла сейчас его оценивать более локально, потому как раз-таки именно месячный график удаляет некий шум. И, опять же, здесь добавить достаточно сложно что-то. Есть достаточно обширная зона сопротивления. Находится она в уровнях
1760-1887 для меня примерно по месячному графику. И достижение данной зоны, возможно, будет сопряжено с еще незаконченным движением по ММВБ к целевым зонам, о которых я только что выше говорил. Ну и помимо этого доллар-рубль. Потому как доллар-рубль у него цель. Исполнена. Это зона 71.92.08.72.29.40. Достаточно отлично применительно именно к дневному таймфрейму. Но, тем не менее, я ожидаю, как говорил ранее, актив ниже. Ниже в уровень примерно 71. Да-да-да. Игорь, я извинюсь, промигнул интернет. Можем остановить демонстрацию рабочего стола и снова запустить? Да, конечно, сейчас. Сейчас, друзья, секундочку, и мы с вами продолжим. Ага. Так. Все, спасибо. Сейчас видно, да? Да, да, все отлично. Ага. Да, но на самом деле тот план, который уже очень давно декламировался, если здесь есть постоянные какие-то зрители, он исполняется. Исполняется не так скоро, как хотелось бы, потому как вот этот первоначальный импульс, который присутствовал, он породил собой зону, зону его окончания. И вот мы уже два раза к ней подходили. Сейчас исполнили целевую зону на текущий момент. Опять же, повторю, 71.92, 72.29. Но, тем не менее, по алгоритму, который известен мне и который применяется системно, мы должны быть ниже, где-то в районе 71. Это движение как раз-таки и может обусловить движение индекса РТС еще выше каким-то значением, которое, опять же, только что обсуждали. И вот здесь уже нужно очень серьезно смотреть. Ну, а более глобально, конечно, там вполне возможно движение ниже. Есть консолидации, которые не протестированы вообще. Но целевые значения, опять же, находятся для меня в районе 71. Был намек на то, что мы уже туда очень серьезно собрались, но, тем не менее, как обычно с нашей валютой это бывает, курс выстреливает вверх, но сползает он вниз достаточно сложно. Так, это то, что касается... Так, у меня здесь открыт Мечел. Вот Мечел, то же самое, опять же, цели предварительно исполнены. На мой взгляд, сейчас актив находится в локальной зоне покупок 71.99-81.24. Она находится примерно вот здесь. Цели по активу есть на канале в обзоре. Ну, здесь так можно сказать, ближайшие это 4.618 относительно первоначального импульса. То есть она присутствует. И с большей вероятностью, опять же, для меня с большей вероятностью мы придем. Коррекционное движение возможно в случае пробоя истинного зоны, точнее уровня здесь уже скорее 71.99 и движение куда-то на ретест локальных консолидаций, которые присутствуют у нас ниже. Это где-то вот здесь. Вот, они хорошо видны по другому тайму, H4, то есть зона поддержки текущая, это 69.28, 70.03. На самом деле это не значит, что эти зоны являются разворотными, но тем не менее, если хорошо зацепить актив, они позволяют переместить стоп в безубыток и спокойно дожидаться своих целей. Так, что бы еще хотелось посмотреть? Ну, наверное, по активам, которые в своих целевых зонах, будут ли они разворотные, конечно, я не знаю, но, тем не менее, вот интересный актив NVIDIA. На текущий момент гэп не закрыт. Мы находимся в зоне поддержки, совмещенной с уровнем 50% коррекции, которая находится у нас относительно вот этого всего лонгового импульса и, ну, также, конечно, уровень 0.382. Естественно, я не знаю, где данный актив закончит свое нисходящее движение, но, тем не менее, вероятность отскока от подобных зон достаточно существенная. И зона поддержки 5.91,
618.4 может породить, опять же, ключевое здесь может породить движение, ну, во-первых, до закрытия гэпа, во-вторых, до уровня 764, который находится у нас выше. Это как раз-таки возможные сделки на текущий момент, которые можно рассмотреть. Но, опять же, здесь, конечно, не стоит рваться туда с текущих. 176,4 достижение нижней границы зоны поддержки вполне также возможно. И торговый план, на мой взгляд, вырисовывается пока именно подобным образом. Значит, помимо этого, что еще можно сказать? Есть такой актив интересный, как NMTP. Он также приближается к целевой зоне. Здесь уже речь идет не о зоне 1.618, также прекрасно виден какой-то первоначальный импульс, который дает нам подсказку, где можно поджидать актив. Также зона поддержки 5.55-5.75, то есть по сути их две. В случае расчета позиции с учетом правильного риск-менеджмента можно... как и в случаях, например, с самым Global Trans, открывать свои позиции, ну, по крайней мере, на какие-то отскоки. Будет ли этот отскок достаточно серьезно, пока сложно сказать, но, тем не менее, встречная зона 161.8-176.4, она будет являться на текущий момент целевой, в случае отскока от 261.8-26.4. Так, помимо этого, на... «Газпромнефть», исполнение цели текущей, то есть то, о чем говорилось ранее, это первоначальный импульс, зона схождения диапазонов, также зона поддержки, то есть вполне четко отработано целевое значение и по точке схождения диапазонов, и по достижению целевых уровней 2.618.2.864 относительно первоначального импульса. Ну, а также здесь ключевым, конечно, является это ретест консолидации, которая была пробита и не протестирована вообще. Вот мы как раз-таки здесь и находимся. Дальше пока большой вопрос. Возможно, достижение зоны глубокой коррекции относительно данного импульса. То есть я имею движение еще выше. Но на текущих значениях, конечно, стоило принять решение по либо сокращению, либо выходу из данной позиции. Что касается нефтяных компаний, далее Татнефть. Татнефть, предыдущая цель была исполнена. Это, опять же, только что мы обсуждали и НМТП, и другие активы относительно первоначального импульса, зона сопротивления, в которой сейчас мы находимся, она была исполнена. Тем не менее, относительно первоначального импульса, который сломал локальный тренд у нас и здесь, и вот здесь где-то, вполне достижение, возможно, цели 161.8-176.4. Это целевые значения, которые находятся на уровнях 549.3-558. Ну, с большей вероятностью даже верхней границы. Здесь у нас не протестированная консолидация, с которой мы вышли. Это магнит, по сути, для цены. Ну, а если глобально посмотреть на Татнефть, да, у нее есть цели выше, 649.4. Она до сих пор не исполнена, пока мы находимся во флетном движении, что вверху боковик, что текущий боковик. Пока с большей вероятностью, опять же, исполнение целей, возможно, исполнение целей выше. По крайней мере, смотря на то, как нефть себя ведет, это вполне возможно. Так, Лукойл, то же самое. Почему я говорю, что в основном активы исполнили свои целевые значения, и, в принципе, возможно коррекционное движение. Все то же самое. 161.8, есть, конечно, 176.4, куда мы также можем прийти. И, то есть это перехай, и этого, конечно, тоже сбрасывать со счетов нельзя. Но, тем не менее, принимать решение на подобных уровнях, наверное, стоит. Я имею в виду 161.8, он являлся целевым. Значит, помимо этого, наверное, ну, Сбербанк уже всем надоел, Газпром, все без изменений, очень технично работает как по часам. То есть тест локальной зоны поддержки 264.76, 268.38, точнее, ее верхней границы. И пока текущее целевое значение для меня находится на уровне 281.6. То есть оно, опять же, декламировалось ранее.
Что касается нефти, наверное, сегодня не будем говорить, Мечел обсудили. Global Trans. Ну, наверное, вот это основные были какие-то идеи. Киви находится в неком, я бы сказал, тупнике даже, наверное. И когда будет движение какое-либо, пока сложно сказать. Достаточно длинный боковой диапазон. Вот. Ну, Россети еще можно отметить. По-моему, мы их отмечали. Приближается к первой целевой зоне покупок актив. Вполне возможно, что он будет достигнут, но на текущий момент у нас присутствует, опять же, наверное, повторюсь, может быть, некое напоминание. Консолидация относительно первоначального импульса, ограниченная уровнем 76,4. Вот то же самое, что было и на M-видео в свое время. Ну, вот Россети, в принципе, одно и то же. Целевая зона поддержки 1.3231.3404 с большей вероятностью затем движение к 1.6015-1.6570 в рамках ретеста. Прошу прощения, консолидации, которая была пробита, не протестирована. То есть в зону куда-то вот сюда. То есть вполне возможно с коротким стопом открывать позиции. С коротким почему? Потому что, ну, где S&P находится, все видят, и где находится наш рынок, все видят. Поэтому триггер может негативный появиться просто ниоткуда. Ну, а здесь как раз зона 50% коррекции 38.2. Игорь, наверное, у меня все на сегодня. Если есть вопросы какие-то по каким-то активам, пожалуйста. Давайте включим, остановим демонстрацию рабочего стола, заходите в эфир. Я хочу сказать пару слов вот из того, что я вижу по M-видео и по Киви. Вот я знаю, что вы, Игорь, включите камеру, заходите в камеру. Ага, спасибо. Вот. Вы, я знаю, фундаментальные факторы не очень любите, мягко говоря. Да, вот. Да. Вот. Вот есть такие фундаменталы, например, по M-видео Эльдорадо, Софмар, вот это основным владельцем которого является Гуцериев, наш российский миллиардер, вот, в него, по нему вчера были объявлены санкции со стороны США из-за Беларуси. Считается, ну, там, американцы утверждают, что он активно помогает Лукашенко и, так сказать, помогает его власти, сам на этом зарабатывает, там ввели санкции. То есть для Nvidia и Эльдорадо это, конечно, очень тревожные такие факторы, потому что тут неважно, откуда санкция прилетела, через Россию или через Белоруссию, владелец все равно Гуцериев. Вот. Поэтому я, например, по Nvidia сразу скажу, не очень большой пессимист, мне кажется, будем пробивать вниз. А по Киви там, мне кажется, еще серьезнее. Там же Киви, друзья, Киви раньше была, ну, в 15-м, 17-м, мне кажется, даже в 18-м годах, основной такой платежной системой для россиян на всех брокерских площадках, в том числе на офшорных. А сейчас Киви от вот этих платежей отключили, им запретили обслуживать. И сейчас, если посмотрите, у брокеров там Киви практически нет нигде, у офшорников точно нигде нет. Я специально назад, или когда их там сильно критиковали, посмотрел, не было нигде. Вот. Поэтому тоже, мне кажется, когда такой кусок забрали, мне кажется, надо ждать пробоя вниз скорее, чем вверх. Просто вы сказали, что Киви, оно как бы лежит и все. Я удивлен, почему оно вниз не идет. То есть какой-то, видимо, бизнес остался у Киви. Не следили за этим? Почему? Игорь, ну, во-первых, по поводу Киви. Можно открыть состав бенефициаров, и вы увидите, что там не все так однозначно. Кто является одним из бенефициаров? Конечно, там не с какой-то глобальной долей, но тем не менее. Знаете, наверное, открытие, да, и что за собой влечет участие данной компании, если она где-либо является бенефициаром, ну, наверное, этой компании не дадут утонуть. Это первое. Во-вторых, Киви в любом случае, на мой взгляд, опять же, я понимаю, что я строю какие-то песочные крепости и воздушные замки, но, тем не менее, если вдруг у нас будут какие-то проблемы с какими-либо платежными электронными системами, то возможно включить данную компанию в общий, как говорится, пул,
компаний, которые, возможно, будут организовывать на своей платформе какие бы позитивные изменения в рамках единой внутренней национальной платежной системы. Возможно, поэтому там и присутствует компания, которая на 75%, если я не ошибаюсь, принадлежит ЦБ. Ну и в-третьих, технический фактор оценивается компанией не только по нашему рынку, по нашему графику, потому как наш график – это еще то удовольствие, а на графике, который представлен на NASDAQ, например, Kiwi, на текущий момент это просто тест спринга. То есть в рамках отработки диапазона это абсолютно нормальная вещь. Конечно, сохраняется вероятность того, что будет пробой вниз, и я этого никогда не отрицал. Но тем не менее, если и покупать активы, то их нужно покупать примерно на таких уровнях, а не там, где находится Сбербанк. Потому как, согласитесь, все-таки более опасно покупать акцию на хаях, чем после какого-то достаточно, хоть и достаточно серьезного падения. На мой взгляд, чем больше негативной информации о компании мы слышим, тем более она привлекательна для инвестиционных вложений. Повторю свою мысль, вот недавно разговаривали в рамках чата с одним коллегой, он уверенно утверждал, что Мечел банкрот, причем там где-то на уровнях 60 и так далее. Тем не менее, Мечел пришел на 89. Вот. С чем это связано? Да, действительно, компания банкрот, ну так, по своей структуре финансовой и прочее. Но почему компания дорожает на чуть ли не 50%, я имею в виду с локальных минимумов? Наверное, если она дорожает, это кому-то нужно. Почему я и не оцениваю фундаментал? Потому что фундаментал не отражает текущую деятельность. Покажите мне компанию, в которой реальная капитализация соответствует ее рыночной стоимости. Наверное, такой нет. Поэтому и смотреть на это, так сказать, можно через призму теханализа. Я понял вас. Ясненько, спасибо большое, Игорь, вам за это мнение. Да, конечно, я согласен, что цена акции и состояние предприятия, они редко связаны. Фондовый рынок вообще к экономике имеет отношение такое относительное. Да, я об этом говорю. Мы с вами согласны. Достаточно вспомнить Amazon. Друзья, компания 25 лет убыточна, а основной владелец, самый богатый человек мира, 200 миллиардов долларов. Плюс-минус каждый день. Вот. Амазон-то убыточен практически всегда. То есть вот о чем речь. Пиар и реальное состояние дела – это разные вещи. Ну вот Виктор Смаль нам подсказывает. Игорь, вспомните 2020 год по МВидео, обыски, вызов в СК и так далее. Так с того времени акции выросли порядка на 50%. Поняли вас? Ну вот. Так, Игорь, извините, вот еще одно по поводу Kiwi. Вы, наверное, помните прекрасно, как ЦБ ополчился на данную компанию, куча проверок и прочее. Запреты были же там. Да, и запреты там, и на транзакции, и так далее. Но, тем не менее, компания на плаву существует, и не все так плохо, если акции не падают. Потом заявление некоторых высокопоставленных, я так понимаю, участников, бенефициаров данной компании о том, что они ищут момент, как бы скинуть свои акции. Ну, кто скидывает свои акции на подобных уровнях? Просто если немножко подумать, проанализировать все, что происходит, то скорее здесь речь идет о том, чтобы опустить акции ниже, затем их купить, как говорится, по лоям, да, и двинуть рынок обратно. По крайней мере, у меня такой торговый план. Могу ошибаться, коллеги. Это и исключительно мое личное мнение. Поняли вас, Игорь. Ну, собственно, я вас именно об этом и спросил. Как в этой ситуации действовать? Вы нам объяснили, поняли вас. То есть вы в падение самой компании не верите, думаете, что кто-то хочет купить по лоям и затем отправиться наверх. Я, знаете, у меня тоже есть такое подозрение, потому что на тех плохих новостях, которые были очень серьезные несколько месяцев назад, я тоже думал, что они начнут падать, как утюг в океане. Нет, их остановили. Тот график, который вы нам показали, он достаточно рыночный. Он достаточно рыночный, и паники там я в этом графике не увидел.
Поняли вас, Игорь. Спасибо вам большое за ваши обзоры и комментарии по отдельным инструментам. Желаем вам хорошего дня и снижения уровня жары в Санкт-Петербурге. Спасибо. Спасибо большое. Всего доброго. До свидания. До свидания.